Сегодня 26 сентября 2020 год. Мы здесь на той неделе, вернее, как на той, на этой неделе копали морковку. Вот, и сейчас вот промывали часть, сейчас остатки промываем. Давай, держи крепче, прижимай к пальцу. Все, выливай, брат, сразу. А, или здесь? Все, уволил. Все, там третий мешок. Бери. Все, сразу наливай, потому что тут грязь чуть-чуть. Ну да, полосни. Так, теперь давай сюда. Ведро полное. Вон, смотри, ведро. Так, еще. Давай сюда ведро поставь рядом. Главное, это мешальщик Володя. Я. А то получится, что я мешаю. Под ногами мешаю. Давай. Здесь под навесом шкаф стоит, как к крыльцу подходишь, там в нем в шкафу лежит это, сапоги в пакете. Ты не пойдешь? Это вывалить вот сюда, вот где стоишь, Сергей. Ведро убери, шланг убери. Эту вывалить вон туда, там как раз хорошо. Да, вон туда. Да, да, да. Не, не, в ямку туда не надо, иначе в яме вода будет стоять. А вот как около этой сюда подвинуть, где ведро стоит. Сюда? Да, тут бугорок. Ведро, это, шланг перекинь в ведро. Вот какие ванны батюшка сам делал. Почти 2 метра длиной. И глубина сантиметр 60. Он учился на это дело. Благовещенки. Да. Хорошо. Ну это на первый раз только. Да. Сейчас туда солью, потом еще раз. Прижимай. Сюда же? Да, прям тут и выливай, она уходит, вода. Вниз туда течет, тут наклон. Вон там, держи ее рукой крепко, а сзади поднимайте маленько. Все. Все, 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 давай, то рухнет. Сейчас еще 2 ведра туда. Ну и то ведро. И на это можно закончить эту воду подавать. У нас больше морковки нету, всю перемыли. Точно? Ну, нету? Проверить надо. Нет, там еще. Давай, каждый мешок открой, посмотри. Еще есть. Вчера мы проводили дорогих наших гостей. Вячеслав Семенов, Астахов Николай. Дальше Виталий Калиников и Ольга Матина. 10 дней были у нас, как один день пролетел. Ну, каждому дали вот поскольку, по такой кучке, как лежит, мешочки было. Ну, сколько тут, 2 с лишним ведра морковки. Помыли они его. Они не взяли столько? А? Они не смогли взять по 2 ведра. Не смогли? Нет. Ну, значит, как, главное, давали. Ну, давали, да. Так, еще не мытая?
Не мытая. Ты на кухне посмотри туда, опустись вниз туда, дальше в кухне, где картошка. Я не вижу наши мелочи, которые мы принесли с того огородчика лагерного. Это вот какая красота здесь деревья. Это ранетки, дальше там у нас. Это Володина усадьба. Там рябина, калина, яблоки. Калина нету тут. Яблоки. Интересно, Ольга нашла яблоки. Красивые, хорошие. Совсем яблоньки, это чуть выше роста человеческого. А мы жили здесь и не знали. Вот так. А это ветлу спилили, у нее отростки такие. Ты один, Володя. Ну, за все один может делать. Вот еще как, еще и поднял. Ну, вдвоем держали ее. Так, что, вот хотите? Теперь... Туда? Нет, там ямка. Там не надо. У них лежала она вот здесь, вот трава где зеленая, вон внизу. Ровная, и туда скатывается вода. Что, брат, пойдем? Туда вот, вниз. Возьми. Вот где конец палки, тут и высыпайте. Подальше маленько. Еще маленько. Вот и высыпайте ее. Эту траву она подомнет. Там это разгреби, Сережа, чтобы она была в один слой. Везде проверь. Там далеко-то не гони в малину. Ты не найдешь. Это сегодня у нас 26 сентября 2020 года. Завтра 27-е. Вот смотри, что делается. Мог порвать. Запнулся. Поднимай выше, ты в воду мешок-то кладешь. Так, больше нет там? Вот еще и все. Еще? Вот это да. Это придется вам вон туда подальше оттащить. Смотри, туда. Там наклон туда. В ямку нельзя, она иначе в воде будет лежать и не высохнет. А это малина рядом. И ухаживает еще так, дико растущая, как будто. А на самом деле все садили здесь. Калашниковы были. Там черная рябина. Это Володя уже теплицу построил. У нас называют парни. А это затеяли сделать летом мыться, душ. Так не окончено в виде и бросили. Кто-то тут сильно настаивал, даже не знаю, женщина вроде бы. Ну то что, вот, колодец. Да калашников все сделали, прекрасно. Такие строители отличные. А тут электричество. А дом вот как выглядит отсюда. А дальше там высоко-высоко крест. Ну его так не видно, крест, просто боком стоит. Потом покажем там еще, как готовимся сейчас оставить голубей кому. Зерно, его надо оставить. Песок и соль. Все. Еще раз, видите, это как доска. Внизу маленькая щель. Ну и потекло. Ну не очень промыта, но и не такая, как была она уже. Все, ведро одно. Поднять все это. Достаточно будет. Еще решил раз. Это на второй раз. Это второй только? А. Я поднял третий. Тут жердочка, у нас почти ничего не осталось. Все ушло на сваи. Свай мы забили. Это высотой 2 метра, 2,5 сваи. Ну и толщина 15 сантиметров, более-менее прямые. 1270 где-то 5 свай, так я посчитал. А там вот эта черноплодка, крыжовник. Это все Калашников, Петр Григорьевич, все такие тихоны тут, дети, все мастера, работяги. Ну, уехали в Томск. Это осталось все здесь. Вот теперь Володя. И главное, я благодарю Бога, там хорошая голубятня у меня. Места много. Хотя там думали они, что-то будет.
другое. Выход даже из коридора наверх сделанный. Ну, мы за них каждый день молимся, за устроителей такого прекрасного дома. Для нас он прекрасен. Он из самана обложен кирпичом. Вот как. Тут еще вроде теплица одна. И там еще третья есть. А тут же Лапкин Павел, Никита, потом Колесников. А сейчас мужское отделение, как гостиница. Вот на голубятник вход. Лестница такая большая, а тут железная. Тоже они оставили. Ну, в Израиле все оставили. И тут у них баня была по-честному. Там далеко-далеко идет лошадь. Или одна, или, не знаю, коровы, овцы, не знаю, свиней держали, нет. Это вот, это представь себе сколько. Вот я иду и показываю. Это все дальше идет. Это полкилометра, наверное. Это все пристройка к дому. Там сеновал. Ну, а сейчас все, там крыша раскрыта, все эти протекает хозяина. Хозяина не надо, он в городе, а здесь летом. Так. А здесь бак. Бак воды. Я называю шлем богатыря. Ну, чтобы было видно, какой он. Вот он какой-то. Я рядом подошел. Огромный. Ну, диаметр я не знаю, как сказать. Не знаю даже, как замерить его. Надо палку какую-то большую. Это откуда-то взяли же его, и заваренный, и заклепанный. И вода стоит в нем. О-о-о. Ну-ка, я сейчас посмотрю, пока они там моют. А я здесь подойду. Вот так. Кол поднимаю. А теперь я скажу, какой диаметр. Но он, видите, к низу. Шлем богатыря. А так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 130 сантиметров в диаметре. 1,30 м. Вот вы вот, видишь, как узнается. У меня точно вымерено. 1,72 м. Руки раскинуть по сторонам, будет 1,72 м длина роста. Как правило, если человек не урод. А здесь двойной туалет для женщин. А мужской там дальше, на той. В том доме мужчины, а здесь женщины. Гости приезжают, лагеря нет, мы перешли в другой формат. Гости, знакомые наши, близкие, с детьми приезжают, родители живут. Лагерем это нельзя назвать. И нас никто не трогает. Приезжали раньше, комиссии были. А сейчас ничего нет. Нас никто не беспокоит. И отношения с властями прекрасные. Вообще никак. И ни с какой стороны не мешают. Так. Теперь еще, если я промыл, еще туда рядом, насыпят туда рядом. Прям, да-да-да, дальше там ровно, и оно стекает. А тут, ну что тут, прям лужа стоит. Тут нельзя никак. Эй, вот туда дальше, туда, да, вот, прямо туда. Вот так, вон на этом уровне. А тут ямка, где хотели. Это подождать надо. Может быть, и не здесь надо вываливать, не знаю даже. Ну, вот здесь вывалите, вот сюда, возле стола, Володя. Если еще будет. Возле все. Столика такая ровная поверхность, вот так все. Вот идет. Все, все. Нет, все. Все. Тогда все, я это ухожу тоже.